В очередной раз и без того увесистая копилка наград и медалей «Орел карата» потяжелела. С всероссийского турнира из Казани орловские каратисты привезли 4 медали разного достоинства. Этот турнир является всероссийским. Собрал более 600 участников из 25 регионов. В целом выступление можно назвать успешным. Мы выиграли 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Турниры такого уровня для наших спортсменов не редкость. И опыта, и умения хватает, говорят тренеры. Но сложности все равно возникали. Я проиграл ими 2-0 за 30 секунд до конца. Вот, не знал, что делать. Потом спросил совет у тренера, он мне подсказал. Я собрался, да и ребята подсказывали, поддерживали. Вот, и собрался и выиграл 3-2. Самым таким напряженным боем оказался первый. Наверное, чуть-чуть не собрался, невнимательность подвела меня. И чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. А в итоге все дошло до решения судей. Время кончилось, и судьи отдали победу мне. Но это не помешало ребятам стать первыми в своих категориях, проведя по 3 боя. Помимо этого, Маргарита Коктыш заняла 2-е место в категории до 50 килограммов, и Арсен Миграбян стал 3-м в категории до 84 килограммов.